адам керген. Қарағайлы жасыл орманам, сығалық күн көзі ертеден. Думаны қуып тұрлаған, күн көзіңнен оянған аттан. Білемі саған қайырлыдан, барлас елімен тен қауышқан. Туған елім Қазақстан, шуаққа толы таңдары, сенейдің жақсы жандары. Жиналған екен бар арман, жақсылық сесіп жанарыдан. Қайырлы таң дос жарандар, теледидарға қарындар. Теледидарға қарындар, достар қарындар. Армыстар, ардақты ағайын, тікелей эфирде Семей телеарнасының ақпаратты сазды ойын-сауық қайырлы таң бағдарламасы. Біз сіздермен әдеттегіде 3 сағат бойы бірге болатын боламыз. Алғашқы 2 сағатта түрлі тақырыптарға тақырыптарымызды өрбітіп, сұхбат жүргізетін болсақ, 3-ші сағатында, сәт сағатында кездесеміз. Бүгін 26 ақпан, апта күні дүйсенбі, жаңа апта басталды. Толағай табыстармен жағымды жаңалықтарға толы болсын дейміз. Доброе утро, друзья! Мы приветствуем вас в нашей студии. Это программа «Кайырлы таң». Начинается новая неделя, начинается новый день, и вместе с вами, как всегда, мы, программа «Кайырлы таң» на канале «Семей». Я напомню, что посмотреть вы нас можете не только в прямом эфире нашего телеканала, но также и на сайте www.semeitv.kz. Там в режиме онлайн выходят все программы прямого эфира, ну или в разделе «Архив» вы можете посмотреть те программы, которые уже прошли. Ну и, конечно же, выпуски новостей. Мы приветствуем вас, еще раз повторюсь, в нашей студии и вместе с вами проведем 3 часа. В течение 2 часов будем беседовать сегодня на разные темы, то есть у нас с 8 до 9 одна тема, с 9 до 10 будет другая тема. Ну и, конечно же, будем представлять вам вопросы, которые подготовили сегодня для вас специально для 3 часа. Начнем с прогноза погоды. Ауа райы мәліметі. Қарауылда күн құбылмалы, күндіз плюс 4, түнде минус 11 градус. Абыралыда күн құбылмалы, күндіз плюс 1, түнде 13 градус, нөлден төмен. Бесқарағайда күн ашық болады, күндіз 4, түнде 15 градус суық. Барадулихада күн аздап бұлттанады, күндіз 1, түнде 16 градус, нөлден төмен. Қалбатауда күн бұлыңғыр, күндіз плюс 1, түнде 12 градус суық. Көкпектіде аздаған қар жауады, күндіз 3, түнде 12 градус, нөлден төмен. Үржарда қар жауады, күндіз ауа температурасы 1, түнде 5 градус суық. Ақсуатта күн бұлыңғыр, ауа температурасы күндіз 3, түнде 10 градус, нөлден төмен. Аягөзде аздаған қар, күндіз плюс 1, түнде 6 градусқа дейін төмендейді. Семейде күн ашық, күндіз 3 градус, түнде 18 градус суық. Өскеменде күн құбылмалы, күндіз 6, түнде 20 градус, нөлден төмен. Курчатовта күн ашық болады, күндіз минус 7, түнде 19 градус суық. Вот таков прогноз погоды на день сегодняшний. Друзья, наступает весна, мы вот буквально этими 3 днями провожаем зимушку-зиму нашу, которая в принципе была относительно спокойной, то есть были и морозы, сильные морозы были, были и оттепели, и снег вроде так вот прилично. Не сказать, чтобы много, как в прошлом году, но и не сказать, чтобы мало. То есть и на горке есть где покататься, и катки заливали, то есть жители отдыхали в зимний период. Ну вот, наступает весна, грядет множество очень таких теплых, по-настоящему весенних и радушных праздников, как 8 марта, как Наурыз. Ну, это, об этом будем говорить уже непосредственно в марте. Ну и грядут кое-какие перемены. Об этом пока говорить не будем на нашем канале, в нашей программе. Так вот, немножечко завуалировано, смотрите нас, чтобы не пропустить. А более подробно, наверное, ближе к концу вот зимы мы вам расскажем. И, конечно же, начнем
сегодняшний разговор. Наверное, прежде чем представить гостей и прежде чем сказать, о чем мы будем говорить, расскажем о том, какими событиями запомнился этот день в истории. 26 ақпан күні тарих беттерінде қандай айтулы оқиғалармен есте қалды? Назар аударыңыздар. В 1802 году родился Виктор Мари Гюго, французский писатель, поэт, прозаик и драматург, глава и теоретик французского романтизма. 1919 год. В США, в штате Аризона, образован национальный парк Гранд Каньон. Территория парка на плато Колорадо в среднем течении одноименной реки. Образовавшийся в результате эрозии почвы Большой Каньон тянется на 320 километров и имеет глубину до 1800 метров. Год 1936. Открыт первый завод по выпуску народного автомобиля Volkswagen. 1953 жылы Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы төтенше және өкілетті елшісі Бірғаным Айтымова дүниеге келді. 1965 жылы Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағасы Абай Джамбылұлы Рахметуллин туған. 1980 жылы ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия чемпионы, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, әлем рекордшысы Татьяна Хромова дүниеге келді. Год 2006. Закончились 20-е зимние олимпийские игры в Турине. Это были вторые зимние олимпийские игры в Италии. Ал 2010 жылы Алматыда Қаныш Сәтбаев атындағы қазу туда Қазақстандық кәсіпорындар мен Шнейдер Электрик жауапкершілігі шектеулі серіктестігі француз компаниясының қатысуымен энергетика, электротехника және автоматтандырылған жүйелерге техникалық қызмет көрсету саласында мамандар даярлау жөнінде алғашқы Қазақстан-француз орталығын құру туралы келісімге қол қойды. Да, кстати, на днях завершились и вот последние олимпийские зимние игры, которые принесли нам одну бронзовую медаль Казахстану. Мы на 28-м почетном месте. Ну, в зимних видах спорта, да, не всегда наши сборные сильны были, но тем не менее, летние олимпиады все-таки как-то это... Ушла Юлия Галышева. Да, поздравляем от души. Ну, вот те, на кого ставки были сделаны, почему-то... Ну, подождем годика 2-3-4, потому что эти медали могут еще и забрать у нас, как вот обычно это происходит. Я вообще возмущаюсь сильно этому. Ну, как так? Прошла олимпиада, прошло 2 года и начинают отнимать медали. Вводят они, видите ли, новые эти свои распорядки по допингу, и оказывается, что, ну, посмотрите, давайте с 60-х годов медали забирать, а почему нет? Неправильно, мне кажется, это все. И вообще олимпиада сейчас, вот само по себе это понятие, оно сейчас находится в каком-то замкнутом круге, они сами себя загнали в ловушку. Ставить новые рекорды без применения каких-либо медикаментов, я не имею в виду сейчас там амфетамины какие-то, которые позволяют человеку действительно быть выше, быстрее и сильнее, какие-то нанотехнологии, как в игре Crysis, нанокостюм, да? Нет, но тем не менее, чтобы добиваться новых рекордов, человеческих сил просто не хватает, мне кажется. И поэтому люди вынуждены... Ну, что-то употреблять, какие-то витамины, какие-то особые коктейли, да, там какие-то особые уколы, чтобы мышцы могли быть всегда в тонусе, чтобы ставить новые рекорды. И в то же время это считается допингом по олимпийскому законодательству, так скажем, по кодексу. И вот здесь они в тупике сами. То есть препарат, который позволяет спортсмену не терять силы на тренировке, считается допингом. Препарат, который позволяет спортсмену не умирать, да, после тренировки, считается допингом. Это большая проблема, мне кажется. Меня это дико возмущает, но не об этом речь. Поздравляем всех казахстанских спортсменов, которые приняли участие в этих Олимпийских играх. Несмотря ни на что и вопреки всему, будем надеяться, что год этот пройдет для наших спортсменов более результативно в других соревнованиях. Ну и, как я еще раз скажу, мы всегда сильны были в летних Олимпийских играх. Это легкая атлетика, это борьба, это бокс. Вот там-то мы всем покажем. Хотел сказать Кузькину мать. Это поехали. Я еда. Алдағы жетістіктеріміз әлі көп деп ойлайм. Бәрі де жақсы болады. Спортшыларымызды демеп, қолдап,
жюри. Но с другой стороны, Олимпиада все равно была зрелищная. То есть болели за всех спортсменов наших, но вот где-то кто-то подкачал, где-то что-то не получилось. Опять же, акклиматизация, может быть, недотренировались, может быть, наоборот, перетренировались сильно. Потому что здесь нужна вот именно эта золотая середина. Если ты устанешь на тренировке, то, соответственно, и ничего не получится на соревновании. Ну, мы как страна молодая все-таки, олимпийской истории у нас не так много, тем более зимние Олимпийские игры для нас всегда были открытием, потому что Денис Стен вот буквально принес одну медаль. До этого были лыжники там. Вот не смотрела я, к сожалению. Потому что у меня просто... Говорят, что он получил травму ноги, поэтому в этот раз он немножко... Может быть, да, но... Я вот когда изучал этот вопрос, тоже думаю, неужели Денис Стен первая медаль? Нет, не первая медаль. Еще в 94-м году наши лыжники принесли. У нас в зачете, по-моему, два золота зимних есть и несколько серебряных медалей и бронзовых. Вот в общем итоге, я так понимаю, 9-10 медалей есть с первой Олимпийских игр, в которых мы приняли участие как команда независимого Казахстана под флагом нашим голубым, голубо-золотым флагом. Конечно, летние у нас значительно больше медалей. Ну, впереди, через 2 года будет Олимпиада летняя. В Китае, по-моему, да, опять? Бирса. Посмотрим, как наши спортсмены проявят себя там. Ну, вот я единственное, возмущает меня то, что вот этот допинг-контроль и этот... Это уже, знаете, мне кажется, это уже охота на ведьм. Такая вот, как в Средневековье была, что по каким-то признакам они определяют, как что-то там переделывают, что-то переписывают. Эти правила постоянно... Вот надо как-то уже это вот приводить к общему знаменателю, короче говоря, иначе никакое удовольствие, а и самое престижное для спортсмена соревнование. То есть, если ты участвовал в Олимпиаде, ты считаешься спортсменом. То есть, мечта любого спортсмена, если он, конечно, не занимается восточными единоборствами, а вот именно видами спорта олимпийскими, это побывать на Олимпиаде, то есть поучаствовать. Даже ничего не заняв, просто поучаствовать. Это уже считается верхом, эталоном. Әлемдік додадан тыс қалмай, қатысуымыздың өзі үлкен бір мәртебе деп ойлаймын. Сондықтан да еш қиындықтарға мойымай алға жүруіміз керек. Вот как только появляются деньги, я имею в виду, как только это начинает приносить доход кому-то, это перестает быть спортом, это уже становится Олимпиадой. То есть футбол возьмите, да, то есть любой вид спорта, где только-только появляется, да любое движение в целом, как только появляются деньги, это прекращает, полностью рушит ту идею, ради чего это все создавалось, и превращается в бизнес. Вот что тоже, я не думаю, что барон Пьер де Кубертен, когда решил возродить Олимпийские игры, он хотел нажиться на этом. Он как бы был состоятельным человеком, ему это было не нужно. И соревнования проводились, выявлялись сильнейшие, быстрейшие там люди, да, мира. А сейчас это превратилось в борьбу химических лабораторий той или иной страны. То есть кто спрячет свой допинг лучше, потому что без допинга сейчас участвовать невозможно. Просто допинг есть в хорошем смысле, а есть действительно вот в том смысле, в котором мы привыкли это слышать. Ну ладно, это тема отдельного разговора, как-нибудь мы об этом поговорим, поспорим. Тем более спорткомитет в нашем городе развит хорошо, у них есть свое мнение на этот счет, вот может быть как-нибудь и устроим такую программу. Бүгінгі тақырымызға тоқталсақ. Ну вот скажи, все равно чуть-чуть связано с сегодняшней темой, то о чем мы говорили. Я думала, ты подводишь. Да? Нет, я просто разглагольствую на свободную тему. Друзья, мы решили поговорить сегодня о скорой медицинской помощи, о том, как работает в нашем городе и что изменилось в связи с реформами, в связи с посланием президента народу Казахстана. Там четко было сказано, что медицинская реформа грядет. Помимо обязательного медицинского социального страхования, будет еще множество нового. И вот сегодня мы решили поговорить о том, какой станет скорая помощь в ближайшее будущее, в ближайшем будущем. Я, құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыздың алғашқы сағаты алғашқы медициналық көмек тақырыбына арналатын болады, сол жайлы сөйлесетін боламыз. Әзірге дәстүрлі біздің айдарымыз. Назар аударыңыздар.
Армыстар құрметті телекөрермендер, эфирде қайырлы таң бағдарламасының таңғы серуен айтарым. Біз қаламыздың басты сәулеттік нысаны аспалы көпірдеміз. Ғасыр құрылысы 2000 жылдың 17 қазанында пайдалануға берілді. Бұл ертістің арғы жағы мен бергі жағын ғана емес, Азия мен Еуропаны қырмен Сібірді жалғастырып отырған стратегиялық маңызы зор нысан. Аспалы көпірдің алғашқы тасы қаланғаннан бастап, құрылыс кезеңі біздің телеарнамыздың алтын қорында сақтаулы. Ендеше сол кезеңге көз жүгіртейік. Семей телеарнасының бай мұрағаты арқылы қаламыздың тарихына көз жүгірте аламыз. Мына бір кассетада көпірдің құрылысы бастан аяқ түсірілген. Біздің редакторлар мен операторлар әуеде ұшып та, кемеде жүзіп те тарихи көріністерді таспаға түсірген. Қаламызға ғана емес, ел тарихына қатысты құнды бейне көріністерге зер салайық. Биіктігі 90 метр, ені 35 метр, ұзындығы 750 метр, пайдалану кепілдігі 200 жыл. Көпір құрылысымен негізі жапондық Аячай фирмасы айналысты. Ал Туркен Алсим Аларга фирмасы көпірге тіркелетін ұзындығы 16 шақырым жол құрылысын жүргізді. Бұл асфальт білетіндерін айтуынша Кариб бассейндегі Тринидад көлінен арнайы тасып жеткізілген көрінеді. Көпір құрылысын белгіленген мерзімнен бұрын аяқтап, 2000 жылдың қазан айында пайдалануға берілді. Міне сол кезден бері Семейдің аспалы көпірі қаламыздың бет-бейнесіне айналды. Мұндай көпір ТМД-да да жоқ. Әлем елдерінің өзінде саусақпен санарлық қана. Семейдің көркіне көрік қосып, сәулетін арттыратын бұл аспалы көпір тәуелсіздіктің төл туындысы. Ендеше осы нысандағы құрылыстардың әр кезеңі жайлы халықты ақпараттандырып, бейне тарихын болашаққа сақтауда Семей телевизиясының үлесі ерекше. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырбымыз бағын айтып кеткенде алғашқы медициналық көмек деп аталады. Осыған байланысты алғашқы көмек не екен біраз талдап көрек. Алғашқы көмек адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде, оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шаралар. Апаттың қатарына әртүрлі жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күйу, үсу, электр тоғы соғу, тағы басқалары жатады. Алғашқы көмектің негізгі шаралары апатқа түскен адамды апат әсерінен құтқару, яғни өрттен судан шығару керек. Апаттың зиянды әсерін тоқтату үшін адамды жылыту, иістесе таза ауа жұтқызу керек. Қан тоқтату, жараны байлау, сынған аяқтың немесе қолдың қозғалысын тежеу. Жасанды демалдыру, жүрекке жабық массаж жасау, апатқа түскен адамды тезірек емдеу мекемесіне жеткізу, немесе жедел медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тобын шақыру. Бұның барлығында біз сырттай білеміз, ал дәл сол сәтте абыржып не істерімізді білмей қаламыз. Ты паникуешь? Когда? Такие моменты, когда вот надо... Мне кажется, все мы об этом знаем, но когда именно с нами это случается, мы не знаем, что нам делать. Да, наверное, ну вот я как-то нет, наверное, все-таки больше просто в жизни были такие случаи, когда приходилось скорую вызывать, например, там по 4-5 раз в день. Угу. И ночью, и днем, и я как бы привычный к этому человек. Ну да, естественно, когда что-то происходит, первое, что включается, это ты бежишь посмотреть, во-первых, любопытно. Во-вторых, ты
не думаешь о том, как помочь человеку, потому что, ну, вот с одной стороны соглашусь с теми, кто говорит, что не лезьте, вы не врачи и не можете только навредить, потому что вот сейчас даже в аптечке, да, в автоаптечке убрали все там и жгут, и все. Дело в том, что когда-то, когда вот водители обучались, они проходили курс первой медицинской помощи, то есть обучение водительского, чтобы получить водительское удостоверение, учились год или два, полгода. Потом это сократили, и вот я, например, когда получал водительское удостоверение, мы учились 40 дней. Угу. Это без вождения, это вот именно просто практика была. И, соответственно, был курс первой помощи, но он занял одно или два занятия всего. Естественно, ничего мы там не практиковали, ничего мы там не делали. Мы просто знаем, как это делать, и все. Что, где наложить жгут, если это артерия, и где, если вена, да? Потому что кровь идет от органов к сердцу и от сердца к органам. Тут разные. Во-первых, и цвет крови, и интенсивность выброса крови, то есть... Но правительство посчитало, что и не безосновательно она посчитала, не безосновательно, что получая водительское удостоверение в подарок ли, как у нас часто бывает, проходя вот такие вот краткосрочные курсы, естественно, человек не будет владеть навыками первой медицинской помощи. И поэтому из аптечки, не только у нас, в Российской Федерации точно так же, были убраны все препараты, кроме, по-моему, там... То ли йод, то ли зеленка там на шатыре осталась. Ну, то есть, угу. Те предметы, которые могут помочь привести в чувство человека, но не оказать первую медицинскую помощь. Потому что по закону ее может оказывать только квалифицированный специалист, как минимум со средним медицинским образованием. И опять же, если человек, допустим, вот лежит на земле, ты не знаешь, что с ним случилось, если ты начнешь его как-то перемещать и двигать, ты можешь... У нас сейчас не перемещают и не двигают, вот. Нас снимают на гаджеты. Да, вот это огромная проблема, и это проблема вот СМИ, в частности. Потому что вот я был, например, на курсах, когда... Не на курсах, на... Как это сказать? На конференции. И, в общем, у нас вел курс человек, про который я много рассказывал, Василий Карельский. Это шеф-редактор специальных проектов ОРТ, Первого канала российского. И вот он говорит, когда вы видите, что какое-то событие, там человек истекает кровью, лежит, что вы будете делать? И многие сказали, что будут как-то стараться помочь, что-то вызвать скорую. Он говорит, нет, вы не врач, вам помогать не нужно, вы журналист, вы должны брать фотоаппарат, камеру, что-то и снимать. Я вот, честно сказать, категорически против этого, потому что прежде всего вы человек, а уже потом вы журналист или кто-то еще. А человек это тот, кто, чем мы... отличаемся от животных, это состраданием прежде всего, мне кажется. Поэтому нужно помогать в данном случае, а не стоять в стороне и записывать это все на камеру, а потом получать деньги за сюжет, который ты выдал. И вот региональные ТВ этим и отличаются. Чем ближе к столице, тем меньше человечности остается, больше профессионализма. И я бы даже назвал этот профессионализм именно вот таким сухим и созданным для зарабатывания денег. А чем дальше от столицы, тем люди человечнее, на мой взгляд. Енді қазір көбіне журналистер емес, қарапайым халық, далада тұрған жастар. Опять же, среди них врачей не так много, но, по крайней мере, как-то помочь, мне кажется, все-таки нужно. Для этого нужно вот базовую какую-то, базовые основы, ну, уметь делать. Наложить шину. Обычно это все проходят в школе, в начальной военной подготовке. Девчонки, по крайней мере, точно наложить шину, повязку какую-то, определить, что где сломано и так далее. Это можно. Но все-таки, да, врачи с этим справятся значительно лучше, конечно, чем обычное население. Я қазір жедел жәрдемге де жаңа бір өзгерістер енгізілді. Былтырдан бері соға байланысты және кішкене ақпарат берсін бізге. Расскажи нам про категории. Да, вот я хотел бы сказать, что прежде... До реформы было 6 категорий вызовов скорой помощи. То есть первая категория, куда машина должна приехать в течение 5-10 минут, это катастрофы. То есть это крупная авария, техногенные катастрофы, катастрофы там какого-то масштаба такого. То есть где несколько жертв может быть, и туда отправляют сразу несколько машин. И далее по сложности вызовов. То есть 6 категорий. Вот самые крупные, потом вызовы, которые на грани жизни и смерти человек находится, туда в течение 15-20 минут. И самое последнее, это уже там зубная, головная боль, хронические больные. Сейчас категории будет 4.
Первая категория – это когда состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующую немедленного медицинской помощи. Время прибытия бригады – до 10 минут. То есть, если рядом, то и там за 2 минуты могут доехать. Вторая категория – это состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи. То есть, если не будет оказана медицинская помощь, то это угроза для жизни. Время прибытия – до 15 минут. Третья категория – это состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи, то есть для здоровья, то есть не смерть жизни, а именно, что может что-то обострение какое-то быть и так далее, до 30 минут прибытия. И четвертая категория – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания без внезапных и выраженных нарушений органов и систем при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия – до 1 часа. К чему все это я говорю? Дело в том, что сейчас, вот опять же отмечают в Министерстве здравоохранения, первые три категории будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, то есть это 103, 112 номер, да, вы звоните, к вам приезжает карета скорой медицинской помощи, как ее принято называть до сих пор, бригада специализированная ли или обычная терапевтическая, и оказывает вам услуги по бесплатной гарантированной медицинской помощи. Четвертая категория будет обслуживаться на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Человек, у которого какие-то хронические заболевания, он автоматически состоит на учете как в местной поликлинике в своей, так и в специализированном медицинском учреждении. И, соответственно, если у человека к чему это вот все создано, если у человека какое-то хроническое заболевание, то он знает, как снять какие-то острые симптомы, соответственно, он знает, что это у него есть и к чему это может все привести. Это вот уже отношение пациента и больного к своему собственному здоровью. То есть, как правило, вот скорая помощь выезжает на вызовы, поступающие в 50% случаев от хронических больных, то есть те, которые знают, как с этим бороться, но вот обострение и это приводит. Поэтому четвертая категория, при поликлиниках будут созданы свои бригады скорой помощи неотложной, дежурный врач, который и будет выезжать на такие вызовы, на обострение хронических заболеваний. То есть, будь то там, я не знаю, холецистит, бронхит, гастрит. То есть, человек состоит на учете, панкреатит часто очень, то есть, пережрал что-нибудь мягко. Точнее, это даже вот именно так и сказать можно. Потому что переел это мясо, а вот пережрал, когда сладкого ли, жирного ли, и начинается обострение. Либо печень покалывает, либо поджелудочная отказывает, и острые боли. То есть ты сам знал, что у тебя панкреатит, ты поел сладкого, у тебя обострение, скорая не приедет. Приедет тот врач, который вас обслуживает. 24 часа в сутки будут центры неотложной помощи работать при поликлинике. Если у вас какое-то хроническое заболевание и оно обострилось, то обслуживать будет ваш лечащий врач, семейный, как раньше было. С одной стороны, мне кажется, это правильно и хорошо. Это разгрузит врачей скорой медицинской помощи на вызовы к таким пациентам, которые, в принципе, нет угрозы жизни, допустим, а просто кольнуло где-то, да? У нас таких много. Ой, у меня там вот закололо, срочно приезжайте. Нет, дәрігерлердің өздері де айтады ғой, созылмалы аурулары бар адамдарға, жаңағы жедел жәрдем жеткенше, анжақты, мысалы, өте бір хал үстінде жатқан кісілерге жете алмай қаламыз кейде деп. Бір жағынан осыған байланысты да өзгерістер енгізілген екен. Но с другой стороны, появятся новые единицы. То есть теперь вот врачам в поликлиниках придется набирать новых специалистов, которые будут дежурить ночами, днями, для того, чтобы выезжать, у них будет своя машина, свое отдельное, так скажем, помещение, где они будут находиться, и они вот по своему району, то есть, допустим, как раньше, СВА-9, да, вот весь охват, там, у хронических там гипертоников столько, там, с холециститом столько, с гастритом столько, они уже знают, что если вызов поступает, он переадресуется в поликлинику этого района, и выезжает уже врач, который знает этого пациента, который с ним постоянно работает, и он знает, как снять тот или иной симптом. Естественно, он с медсестрой или с медбратом и с необходимыми препаратами, когда не требуется госпитализация, имеется в виду, когда нужно только снять вот обострение данного заболевания хронического. Ну, это правильно. Мне кажется, это так и нужно делать. Потому что вот, сам являясь хроническим, так скажем, больным с детства,
Я понимаю, что когда ты, эта болезнь у тебя постоянно, ты начинаешь изучать, что, какие симптомы, и ты, естественно, знаешь, как с ней бороться, хотя бы в каком-то виде. Но когда тебе слишком плохо, конечно, ты рассчитываешь на помощь врача. Ну и вот такой врач, который с тобой постоянно эту болезнь ведет, естественно, он поможет лучше, чем врач, который вообще тебя не знает и... заново будет изучать анамнез, историю твою болезни. Да, этот врач, он знает тебя, знает твои болячки все. Он приедет и поговорит с тобой, все, что нужно, сделает. Но опять же, если это не угрожает жизни. Потому что бывает часто, что сердечные сосудистые заболевания, да, они являются угрозой для жизни. То есть давление там, и гипертония и так далее. Здесь, конечно, будут выезжать специализированные кардиобригады. Это никто не отменял. Еще раз повторюсь, из 6 категорий стало 4, 3 категории будут обслуживаться станции скорой медицинской помощи, то есть это угроза жизни без медицинской помощи, с медицинской помощью и угроза здоровью потенциальная. А 4-я категория – это хронические больные, которых в период какой-то обостряется заболевание, они будут обслуживаться при вновь открывшемся в специальном отделении неотложной медицинской помощи при поликлиниках. И их лечащий врач будет обслуживать, может быть, не их соседний, но с соседнего участка, но факт остается с фактом, что будет обслуживаться поликлиникой. Это новые штатные единицы. Я надеюсь, это не свесит на плечи семейных врачей, которые и так, в принципе, загружены. Но, тем не менее, вот это будет. И это, мне кажется, очень хорошо. Как думаете вы? Вопрос к вам, дорогие друзья. Мне кажется, будем посмотреть, как говорится, во что это все выльется. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші. Ауырмай күтініп жүрсек, бәрі де жақсы болады. Осы тақырыңызға байланысты пікірлеріңіз бар болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 53 15 64. Ал қазір біз тән тәрбиесіне назар аударайық. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге таңғы жаттығу. Егер де ширақ қимылдап, шымыр болғыларыңыз келсе, бізбен бірге таңғы жаттығу жасаңыздар. Сіздермен бірге мен Еркежан, және мен әріптестерім Тілеп, Сабина. Олай болса, бүгінгі біздің таңғы жаттығуымыз дене бітіміне физикалық жаттығулар болып есептелінеді. Бірінші жаттығуымыз аяғымыз алшақ, денемізді тік ұстаймыз. Яғни, қолымызды жоғары көтеріп, алдыға қарай оң аяғымызбен 2-2-ден осы жаттығуды, және қолымызды төмен түсіріп, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, келесі аяғымыз. 1, 2, 3, 4, келесі аяқпен алмасамыз. 1, 2, 3, 4, келесі сол аяғымыз. 1, 2, 3, 4. Яғни сол қалпымызға келеміз. Келесі біздің жаттығымыз аяғымыз алшақ. Оң иығымызды алдыға, артқа, және оң иық, сол иық, оң иық, сол иықпен алмастырып отырамыз. Жаттығуды 4-4-тен бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі біздің үшінші жаттығуымыз дәл осы қалыпты сақтаймыз. Оң иығымызды жоғары, одан сол иығымыз, оң иығымызды түріп, сол иығымызды көтереміз де, ең соңда екі иығымызды бірдей көтереміз. Осы жаттығуды 4-4-тен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы бір мәрте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тамаша. Біздің үшінші жаттығуымыз аяқталды. Төртінші жаттығуымыз аяғымыз алшақ. Қолымызды бір оң сол қолымызды жинақтаймыз да, жаңағы оң қолымызбен 1, 2, 3, 4 осы жаттығуды 4-4-тен жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Бұл жаттығуда аяқталды. Келесі біздің жаттығуымыз аяғымыз алшақ. Қолымызды жоғары қарай созып, ең соңда аяғымыздың ұшына тигізіп, және жинақталамыз. Осы жаттығуды 4-4-тен бастаймыз. 1,
екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Бәрекелді, бұл жаттығы да аяқталды. Келесі жаттығымыз, отырамыз. Яғни, денеміз тік болуы керек. Оң қолымызды сол аяғымызға, сол қолымызды оң аяғымызға алмастырып, жаттығуды 4-4-тен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі біз ең соңғы жаттығуымыз, аяғымызды оңға қарай 4-3, және солға қарай 4-4-тен айналдырамыз. Бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, керісінше, бір, екі, үш, төрт, бәрекелді. Бір, екі, үш, төрт, ең соңғы рез, бір, екі, үш, төрт. Тамаша. Осымен біздің бүгінгі таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Естеріңізде болсын, сіздер сұлу да сымбатты болуға әбден лайықсыздар. Салауатты өмір салтын ұстанайық. Амандықта жүздескенше, сау болыңыздар. Друзья, стоит отметить, что кроме того, предлагается новый формат деятельности приемных отделений стационаров с усилением сортировки пациентов и готовностью принятия пациентов с любой формой патологии. В условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения, на английском «emergency doctor». То есть доктор «emergency» – это как бы неотложная ситуация, так скажем. Для своевременного оказания экстренной медицинской помощи и в случае необходимости проведения начальных реанимационных и иных мероприятий до стабилизации состояния пациентов. То есть, если раньше у нас в приемном покое дежурили врачи, то сейчас будет отдельная должность emergency doctor. Это врач приемного отделения. Новая штатная единица, ну, как видите, расширяется немножко наш медицинский персонал, тем более, что сейчас, опять же, вот согласно с реформой, будет и реформа медицинского образования. Насколько я знаю, педиатрия вновь включена в систему образования медицинского, она была исключена в 2000-х годах еще, то есть посчитали, что курица не птица, педиатр не врач, как гласит народная мудрость. А сейчас возвращается все на круги своя, то есть педиатрия опять будет специальностью, опять будут обучать специалистов данной должности по грантовой системе, как вот положено. Скорее всего, будут открываться специализированные детские поликлиники, где отдельно от бабушек и дедушек будут обслуживаться только дети до там определенного 15-16-летнего возраста дети обслуживаются отдельно. И, соответственно, ну, это здорово, мне кажется. Тамаша сидит, да, вот кромблем путель поржет. Это круто на самом деле, потому что ребенок – это ребенок, он должен лечиться отдельно от взрослых. Потому что иногда, когда ты ребенка приводишь даже в детский день в больницу, вот когда мой маленький был, вводили, ну, пройти очередь бабушек было очень трудно. То есть там оккупировали, им говорят: бабуля, сегодня детский день, а что же я сделаю, если у меня вот тут колить, тут стреляет, я не могу. Кто-то за лекарствами стоит, то есть вот тоже глупость была раньше, допустим, инсулин, каждую неделю нужно ходить и выбивать рецепт на него. Ну, много таких вот вещей, которые будут меняться, меняться к лучшему, друзья, это очень здорово. Ну, и опять же, эта реформа будет длиться в течение определенного времени, мы будем следить за тем, как это реализуется в нашем регионе, как это реализуется в нашем городе. Сегодня вечером смотрите программу «Время вашего вопроса», где врачи-онкологи будут говорить, а как изменилась их деятельность и как изменится их деятельность в рамках реализации вот новой реформы медицинской. Так что вот такой анонс небольшой. Ну, друзья, собственно говоря, вот и все. Наш первый час подходит к концу. Как-то неожиданно и незаметно.
Арнамызға жаңа қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дей отырып, қайырлы таң бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Доброе утро, друзья! Мы приветствуем вас во втором части нашей программы. Как всегда, вместе с вами будем беседовать на нашу определенную тему, ну а третий час будем встречать нашу викторину. Вначале, как всегда, коротко о погоде. Но прежде чем представить, я напомню, что это канал «Семей», программа «Хайрлы Таан», «Доброе утро», самая народная, информационно-развлекательная, ежеутренняя. Это прямой эфир, телефон в студии 53 15 64, если вы уже проснулись. Собрались мыслями и готовы принять участие в нашей беседе, пожалуйста, звоните, милости просим. Также увидеть нас вы можете не только с экранов телевизоров, но и зайдя на сайт www.semeitv.kz. Там в режиме онлайн вы можете посмотреть прямые эфиры и эту программу в частности, ну и в разделе «Архив» посмотреть все, что выходило на канале за последние там, несколько недель, месяцев, уж так глубоко я там не лазил. Также один из вопросов нашей викторины связан с информацией, которая выложена на сайте. То есть или вы смотрите весь эфир канала, или перед тем, как играть в викторину, заходите на сайт и ищите нужную вам информацию там. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Я назарларыңызда ауа райы мәліметі. Прогноз погоды на 26 февраля. Караули переменная облачность, днем плюс 4, ночью 11 градусов ниже нуля. Вобрала переменная облачность, днем плюс 1, ночью минус 13. Бескорогая ясная, днем температура воздуха минус 4, ночью минус 15. Бородулихи малооблачная, днем синоптики обещают минус 1, ночью минус 16. Колбатау пасмурная, днем синоптики прогнозируют плюс 1, ночью минус 12. Купекты небольшой снег, днем 3, ночью 12 градусов со знаком минус. В Урджаре снег, днем минус 1, ночью минус 5. В Ахсуате пасмурно, днем 3, ночью 10 градусов ниже нуля. В Аягузе небольшой снег, днем плюс 1, ночью минус 6. В Семее ясно, днем температура воздуха минус 3, ночью минус 18. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем минус 6, ночью 20 градусов ниже нуля. В Курчатове погода ясная, днем синоптики обещают минус 7, ночью минус 19. Я құрметті көрермендер, күн райы жылынып келет, не бәрі екі күннен кейін қыс мезгілін шығарып салып, жадыраған көктемді қарсы алатын боламыз. Приближается весна, и это ощущается по погоде. Если ночью еще прохладно, то есть столбики термометров опускаются ниже 15-18 градусов, то днем, ближе к обеду, к 12 часам, когда солнце в самом зените, уже поднимается до 3-4 градусов ниже нуля, и тем не менее уже даже тает иногда. Вот вчера, допустим, днем таяло. Позавчера шел снег, но вчера он начал таять потихоньку. Күндеузарды, түнгіскарды. Да. Друзья, ну, поговорим сейчас о том, какими событиями запомнился этот день в истории, прежде чем представить наших гостей и тему второго часа нашей программы. 26 ақпан күні тарих беттерінде қалған елеулі оқиғаларға назар аударсақ. В 1802 году родился Виктор Мари Гюго, французский писатель, поэт, прозаик и драматург, глава и теоретик французского романтизма. 1919 год. В США, в штате Аризона, образован национальный парк Гранд Каньон, территория парка на плато Колорадо в среднем течении одноименной реки. Образовавшийся в результате эрозии почвы Большой каньон тянется на 320 километров и имеет глубину до 1800 метров. Год 1936. Открыт первый завод по выпуску народного автомобиля Volkswagen. 1953 жылы Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы төтенше және өкілетті елшісі Бірғаным Айтымова дүниеге келді. 1965 жылы Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағасы Абай Джамбулұлы Рахметуллин туған.
Ал 1980 жылы ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия чемпионы, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, әлем рекордшысы Татьяна Хромова дүниеге келді. Год 2006 закончились 20-е зимние Олимпийские игры в Турине. Это были вторые зимние Олимпийские игры в Италии. 2010 жылы Алматыда Қаныш Сәтбаев атындағы қаз ұтуда қазақстандық кәсіпорындар мен Schneider Electric жауапкершілігі шектеулі серіктестігі француз компаниясының қатысуымен энергетика, электротехника және автоматтандырылған жүйелерге техникалық қызмет көрсету саласында мамандар даярлау жөнінде алғашқы Қазақстан-француз орталығын құру туралы келісімге қол қойды. Такими событиями запомнился этот день в истории. В первом части немножко побомбили на тему зимних Олимпийских игр, которые недавно прошли. Но оставим это на совесть тех, кто их проводил, и тех, кто, собственно говоря, допинг-контролем занимается. Еще раз хочется поздравить наших спортсменов, которые приняли участие, ну, я так скажу, в нелегкой Олимпиаде, потому что представители разных стран участвовали, и где-то было по одному участнику, а где-то и по 40, по 50 человек приехала, и в одном виде спорта могли принимать участие, например, 3-4 спортсмена из одной страны. Пробиться там было довольно-таки трудно. Поэтому поздравим всех, кто принимал участие, ну и отдельно, конечно же, бронзовую призерку Олимпийских игр Галышеву, которая заняла третье почетное место и единственную медаль в копилку Казахстана сборной она все-таки принесла. Не уехали мы оттуда без медалей. Ну что ж, друзья, во втором части нашей программы мы решили поговорить о ситуации с пожарами в нашем регионе, в нашем городе. Участились случаи, и управление по чрезвычайным ситуациям рекомендует провести эфир как бы специально для вас, дорогие друзья, для жителей частного сектора, для жителей многоэтажных домов. Как обезопасить себя, какую ответственность несут люди за то, что произошло возгорание. Оказывается, есть административная ответственность за это. То есть мало того, что у тебя тут дом сгорел, да, еще и ты платить за это должен, штраф какой-то, потому что из-за тебя вот могли пострадать другие. Какие мероприятия проводятся, вот об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Так что если есть какие-то вопросы к представителям противопожарной службы нашего города, милости просим, второй час в вашем распоряжении. Звоните 53 15 64, телефон в студии. После короткой рубрики мы представим наших гостей. Я құрметті көрермендер, екінші сағатымыз төтенше жағдайлардың алдын алуын ішінде жәнегі өрттердің алдын алуға байланысты болады. Осы тақырыпты жан-жақты талқылап, саралауға тырысатын боламыз. Әзірге таңғы серуен айдарына назар аударайық. Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде қайырлы таң бағдарламасының таңғы серуен айдары. Біз қаламыздың басты сәулеттік нысаны аспалы көпірдеміз. Ғасыр құрылысы 2000 жылдың 17 қазанында пайдалануға берілді. Бұл ертістің арғы жағы мен бергі жағын ғана емес, Азия мен Еуропаны Қырмен Сібірді жалғастырып отырған стратегиялық маңызы зор нысан. Аспалы көпірдің алғашқы тасы қаланғаннан бастап, құрылыс кезеңі біздің телеарнамыздың алтын қорында сақтаулы. Ендеше сол кезеңге көз жүгіртейік. Семей телеарнасының бай мұрағаты арқылы қаламыздың тарихына көз жүгірте аламыз. Мына бір кассетада көпірдің құрылысы бастан аяқ түсірілген. Біздің редакторлар мен операторлар әуеде ұшып та, кемеде жүзіп те тарихи көріністерді таспаға түсірген. Қаламызға ғана емес, ел тарихына қатысты құнды бейне көріністерге зер салайық. Биіктігі 90 метр, ені 35 метр, ұзындығы 750 метр, пайдалану кепілдігі 200 жыл.
Бір құрылысымен негізі жапондық Аячай фирмасы айналысты. Ал Туркен Алсим Аларго фирмасы көпірге тіркелетін ұзындығы 16 шақырым жол құрылысын жүргізді. Бұл асфальт білетіндерін айтуынша Кариб бассейндегі Тринидад көлінен арнайы тасып жеткізілген көрінеді. Көпір құрылысын белгіленген мерзімнен бұрын аяқтап, 2000 жылдың қазан айында пайдалануға берілді. Міне сол кезден бері Семейдің аспалы көпірі қаламыздың бет-бейнесіне айналды. Мұндай көпір ТМД-да да жоқ. Әлем елдерінің өзінде саусақпен санарлық қана. Семейдің көркіне көрік қосып, сәулетін арттыратын бұл аспалы көпір тәуелсіздіктің төл туындысы. Ендеше осы нысандағы құрылыстардың әр кезеңі жайлы халықты ақпараттандырып, бейне тарихын болашаққа сақтауда Семей телевизиясының үлесі ерекше. Итак, друзья, как мы и сказали, поговорим мы сегодня об обстановке с пожарами в нашем городе, как в частном секторе, так и в многоэтажных домах, в жилом секторе, как называют специалисты. Это я с удовольствием представляю наших гостей. Жанат Турсунхановна Насымхан, старший инженер отдела государственного пожарного контроля УЧС города Семей, и Сафура Уатхановна Унгарбаева, это инженер отдела государственного пожарного контроля, управления по чрезвычайным ситуациям города Семей. Доброе утро. Здравствуйте. Знаете, у меня первый вопрос. Вот мне всегда поражает и восхищает женщины в форме. То есть, не мужская иногда работа, да? Вот как вы попали в управление по чрезвычайным ситуациям? Это была мечта детства носить погоны или случай какой-то, как-то получилось так? У меня, я вот работаю в противопожарной службе 17 лет уже. Это уже? Да, уже. И как бы был случай, наверное, так я не скажу, что я с детства мечтала носить. А по профессии вы? По гражданской? Да. По гражданской профессии я бухгалтер. Бухгалтер. А по своей инженер старший? Да, старший инженер. Сафура ханым, сіз как вы? Менде енді өмірдің бір осындай жағдаймен бір келгем, осындай төтенше жағдайлар бөліміне. Мен мамандығым заңгер. Басында мемлекеттік құқықпен қамтамасыз ету бөлімінде заңгер болып жұмыс жасадым осы салада. Сосын осы инспекторлық жұмысқа ауысуға тура келді. Помогает гражданская специальность, да, в данном случае, в данной әрине работе. Көмектесет. Знание законов всегда полезно. Үйде қалай үлгересіздер? Үлгереміз. Командуете? Или бывает. Нет? Подолгу служу. Знаете, у меня еще такой вопрос возникает. Вот сейчас ситуацию на Западе, когда вот смотришь, да, там вот скандалы, да, вот эти там в домогательствах, и не только, еще и в отношении феминизации общества, да, то есть женщины имеют такие же права. Вот я никогда не сталкивался в нашем государстве с тем, что как ущемляются права женщин. Как к женщинам относятся? У нас, как говорится, противопожарная служба, у нас нет женщин, как у нас говорят. У нас есть сотрудницы. И мы наравне со всеми. Ну, а такого нет отношения, что там помогают в чем-то, да, берегут? Наши мужчины нашего, да, отдела, они стараются нас как-то оберегать. Считают, когда слишком сложная эта работа, они на себя берут. Где-то нас оберегают, они, конечно, есть такое. Вот я всегда говорю, что наш менталитет никогда не позволит относиться к женщине так, как на Западе, допустим. Да, у нас нет такого. Это здорово. Да. Давайте мы все-таки вернемся к нашей сегодняшней теме. Мы поговорим сегодня о ситуации с пожарами в нашем регионе, в нашем городе. Обострилась ли ситуация? Да, лучше, если взять стало? Вот по статистике, у нас с начала текущего года у нас в городе зарегистрировано 100 пожаров. Вот за два месяца? На сегодняшний день, да, уже вот с начала текущего года. Да, сегодня вот 100 пожаров. В сравнении с прошлым годом, конечно, у нас наблюдается рост пожаров. В прошлом году на этот период у нас было 80 пожаров. Идет вот на 20 пожаров у нас больше. Рост, да. В основном, конечно, пожары у нас зарегистрированы в жилом секторе. Поэтому мы вот сегодня вот пришли, чтобы разъяснить населению об основных требованиях, о причинах пожаров, чтобы снизить количество пожаров и предотвратить гибель людей на пожаре. Угу. Ведь не зря же говорят, лучше предупредить пожар, чем его потушить. Да. Да, вот поэтому женщины, наверное, противопожарной службы не только, у нас же не только тушат пожары. В основном самая главная задача – это профилактика пожаров. Да.
Поэтому вот основными причинами, конечно, у нас пожаров является это, вот сейчас идет отопительный сезон, осенне-зимний, это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве отопительной печи. И это также, в частном секторе? Да, это в частном секторе, да. И также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Это уже и в частном, и в частных и многоэтажных домах. И также преобладает такая причина, как неосторожное обращение с огнем. То есть три основных причины, да? В основном, да, три основных причины у нас. Осы енді тұрғын үйлерде, мысалы көбіне жаңа жер үйлерде өрт жағдайлары көп деп айтасыз ғой. Өрт қауіпсіздік ережелерін қалай сақтау керек сонда? Да, вот если так взять, никто же, например, если взять по нарушению правил пожарной при эксплуатации печи, никто не придет, не отремонтирует вашу печь. Если каждый хозяин своего дома не будет относиться к своей безопасности внимательной. Чтобы не было пожаров по эксплуатации печи, нужно перед началом отопительного сезона, во время отопительного, нужно постоянно ремонтировать печи, чистить дымоходы. Это обязательно от сажи. Перед отопительной печью обязательно должен быть притопочный лист 50 на 70 металлический. Это в случае, если вдруг дверца откроется и уголек какой-нибудь упадет, чтобы не было возгорания. То есть площадь перед... Да, обязательно. Это уже норматив есть такой 50 на 70 металлический лист перед. И ни в коем случае нельзя сушить возле отопительной печи горючие материалы. То есть одежду, одежду, там, дрова бензин, иногда так бывает. Да? И также, вот вы как сказали, бензин, это нельзя разжигать бензином, легко воспламеняющим, когда печь разжигает. Бумага и все. Да, обязательно. А есть ли какие-то требования вот к жителям частного сектора, у которых печи, они ведь тоже отличаются одна от другой. Вот, к примеру, покупает человек дом, раньше никогда не жил в частном доме. Может ли он обратиться к вам, есть ли у вас какая-то структура, которая может прийти, проверить, сказать, что у вас вот здесь вот непорядок, пожалуйста, отремонтируйте, вот здесь требования, лист вот этот, как он называется? Притопочный. Притопочный, да. То есть может ли человек... Да, каждый житель города, так как не все же знают основные требования пожарной безопасности, они могут обратиться к нам на Казбагарова 38, написать заявление. Просим вас направить инспектора для, вот, для разъяснения каких-то норм, требований наших. И наши инспектора выйдут уже к месту по заявлению, посмотрят правильно или предложат мероприятие, которое нужно устранить. И дадут рекомендации, да, что нужно устранить или что нужно сделать для предотвращения пожаров. Друзья, если есть такое желание обезопасить себя прежде всего, как говорится, успокоить, обращайтесь, инспектор, я так понимаю, там в порядке очереди какой-то, нет, могут также подойти на Дулатова 137, у нас на четвертом этаже сидят все инспектора. Это пожарная часть? Да, сама. И могут получить консультацию. У нас много приходят, получают консультацию. Это здорово. Это первая причина. Вот неисправность печи. Но насколько я знаю, что вот там даже не столько пожар, а сколько отравление угарным газом идет, да? Основная причина. Очень часто и очень много случаев, вот сюжеты новостейные выходят, что вот кто-то успел вынести, кто-то не успел, да? Угарный газ, он ведь, по-моему, не ощущается, да, никак? То есть, если ты спишь, ты можешь не проснуться. Нет? Нет. Енді жаңа мен әріптесім айтып өткендей, ол өрттің шығу салдары өте көп, соның бірі осы иістеу, тұншықтырғыш газ. Енді ол иістеудің қауіптілігі және енді қоршаған ортаға адамның ағзасына алып келетін зияны өте зор. Иістеу бұл мына адамның иіс сезу мүшелері арқылы, тыныс жолдары арқылы адамның миына барып жатқан қан қысымын жолдарын қысады. Содан адамның бас айналу және есінен тану жағдайларын алып келіп соғады. Көп жағдайда жаңа жоғарыда айтып өткенде тұрғын секторда осы пештерді дұрыс пайдаланбаудың салдарынан иістеу осы тұншықтырғыш газға алып келіп соғып жатады. Бұл иістеуді енді есте сақтайтын бір мәселе, ол тек қана жылу беру осы маусымда пештерді пайдалану кезінде ғана емес, және мына жабық гараждарда мәшинелерді қыздырудан, жабық күйде қозғалтқышын қосып қойып, адамдар кейде ұйықтап кететін жағдай болады. Немесе жабық гараждарда қыздыру арқылы адамның бірден бір сол тұншығын алып келіп соғады. Енді осы биылғы жылда ондай оқиғалар бізде болды. Қайғылы жағдайға да алып келіп қаза болған адамдар бар, жабық гараждарда мәшинені қыздырып ұйықтап қалған.
енді жылту пештерінен шыққан түтінге улану жағдайлар енді көп жағдайда 70%-ға жуық осы мұржаларының талаптарға сай болмауы, мұржаның түтіндерді дұрыс тартпауының салдарынан осы жаңа әріптесіміз айтқандай уақытысында жылу беру маусымының алдында тазаланбағандықтан осындай жағдайларға алып келіп соғады. Енді ол иістеудің белгілері, адамның басы айналады, құсқысы келеді. Осындай кезде міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгінген дұрыс. А вот по ГОСТу должен ли быть огнетушитель в доме, где вот печь, или это не обязательно? Ну, для обеспечения своей безопасности каждый житель, да, желательно приобрести эти огнетушители. Потому что они как являются первичные средства пожаротушения, как мы вот на объектах говорим, но если каждый житель для себя приобретет, то это будет безопасность для себя же они приобретут. Желательно иметь, желательно, потому что все-таки живой огонь открытый, он все-таки. Вот, кстати, я слышал, что если проблемы с электропроводкой, то тут огнетушителем лучше не. Нет, почему? Есть огнетушители разные же. Если брать порошковый огнетушитель, им можно тушить пожары до 1000 вольт под напряжением. Ух ты! Да. Это мы разъясняем, когда вот проверяем объекты. Мы же отдел государственного пожарного контроля. Когда проверяем объекты, мы стараемся всем разъяснить, чем тушить, как тушить эти пожары, потому что пожары везде же могут возникнуть, не только в частном секторе, например, но и на объектах могут. Поэтому при проведении проверок мы стараемся разъяснять всем сотрудникам этого объекта, потому что каждый несет ответственность, как на рабочем месте, так и дома, например, перед своей жизнью. Ну, я так понимаю, что вот проблема электрических обогревателей, она сейчас как-то отпала. Потому что в 90-е годы делали сами их. Естественно, пожаров было намного больше. Да? Сейчас все-таки есть по ГОСТу созданные, там и масляные, и ветровые, там и всякие. Наверняка это как-то маленько сократило количество. Но дело в том, что сейчас, вот, как вы сказали, сейчас все идет вперед, уже 21 век. И получается, сейчас электроприборы выходят уже большей мощности. А у нас, например, если взять город уже старый, дома уже старые, проводки желать лучшего, поэтому устарели, например, эти проводки. Если в одну, например, розетку включить несколько электроприборов большей мощности, перегрузка, произойдет короткое замыкание. Поэтому каждый житель должен, если мы, например, при проведении рейдов смотрим, в частных домах, в основном в домах жители как-то стараются сделать эти же, провести эти проводки как согласно этих норм. Но бывает же и в банях, например, по двору, хозяйственных постройках проводят проводки уже не все с нарушениями норм наших требований. Поэтому и происходят эти короткие замыкания. Поэтому мы стараемся тоже разъяснить, когда проводим эти рейды, что от короткого замыкания происходит в основном много пожаров. Все-таки такая проблема. Если, например, вот когда у нас понижение температуры было, у нас тоже многие включали, например, в многоэтажных домах включали электроприборы. И происходило короткое замыкание, происходило это возгорание от электрощитовой. И когда это происходит в подъезде в электрощитовой, дальше идет распространение уже. И поэтому уже люди. А в многоэтажных домах тушить пожары намного тяжелее, например, чем в частных домах. Потому что в многоэтажных домах бывает много людей. Бывает много пенсионеров, например, высота, которые не могут сами эвакуироваться. Те же дети иногда бывают оставленные дома. Поэтому. У нас есть зазвонившийся телезритель. Давайте послушаем. Доброе утро. Кайрлатан, доброе утро. Здравствуйте, Кайрлатан. Я уже один раз обращался, но этот вопрос меня не удовлетворил. Ответ не удовлетворил. Я вам расскажу нашим гостям. Это три дома, три богатыря. В этих домах, оказывается, вначале были мусоропроводы. Жителям это не понравилось, потому что начал пошел гнилостный запах, завелись крысы, мыши, насекомые, отказались. Ну и закрыли. Там остался маленький закуток бесхозный. Это, по словам старожилов, я живу всего 6 лет в этом доме. И что там в этом закутке, что там получилось? Ну, заняли те люди, которые обычно занимают везде. Превратили в мусор, туалет, выпивочную, курильную.
Ну, нашли люди, ну, как они рассказывают, и выгоняли, боролись с ними, и участковых вызывали. Ну, это десятки лет назад было. Ничего не получилось. Ну, нашелся умный, предприимчивый хозяин. Он поставил дверь в этот закуток. И получилась маленькая кладовочка. И хорошо, и хозяевам, и не стало этих людей. И вот десятки лет ничего не было, и в прошлом году пожарники пришли, оштрафовали КСК. Вот это убрать надо, демонтировать двери. А КСК мы содержим за свой счет. Пришлось сбрасываться за этот штраф. Сбросились. И вот это 10 лет не трогали. И вот я объясню теперь. Мы не понимаем, какой там может быть пожар. Там голые стены, дверь закрыта, никто туда не лазит, окурки не бросает, мусор не... Извините, а там окно есть, да? А? Окно же там тоже есть, да, наверное? Окно с улицы. Ну да, оно на две части делится. Часть, получается, там остается, и часть остается в подъездной части, да? Да, ну это где-то мы на пятом этаже. Угу. Это же на лестничной площадке. И вот там написали нам предписание, вроде, ну это этот председатель КСК, демонтировать до 1 марта. Ну ладно, мы демонтируем, и что мы получим? Опять то же самое. Мы отдадим этим людям, действуйте, живите тут, пейте, колитесь, в туалет превращайте. Все понятно. И дети боятся ночью ходить. Ну, я дети боятся ходить там. Да. Ну там гореть нечего, мы никак не поймем. Мы даже смотрели кодекс пожарный, вот это смотрели, не нашли. Все понятно. Что может там. Газиз Ага, я боюсь огорчить вас, но скорее всего вам и не понравится ответ наших гостей в этот раз. Потому что да не я знаю, перед мы тем, уже подготовили письмо. Перед тем, как вот эфир начался. Слова президента, который сказал, пожарники приходят и ищут. Ничего не находят, хоть бесплатно покушают. Вот это мы услыхали и подготовили письмо в парламент. Ну, наверное, пришлют комиссию, пусть найдут, что там может загореть. Спасибо вам большое. И все хорошо там сейчас. Мы все-таки это частное. Мы в порядке содержим ее. Там электропроводки нет. Ничего там вообще нет. Ничего нет. Там только вот труба от мусоропровода и окно, все. Да, больше ничего нет там. И проходу не мешает это лестничному? То не есть, мешает. Не... Абсолютно. А если мы сейчас откроем вот это, она будет мешать. Все понятно. Спасибо большое. Жақсы, рахмет. Прокомментировать. Мы беседовали, я вот вас уверяю, до того, как вот, пригласить дам на эфир, я спросил. Потому что я помню наш разговор, я помню, что вы остались неудовлетворены ответом. Но я опять же получил четкий ответ. Во-первых, хотелось бы сказать, что все требования по пожарной безопасности утверждены правительством Казахстана, а также приказом министра внутренних дел, так как мы в их системе. И сейчас, в частности, например, как Газизова говорит, у него 10-этажный дом, именно на 5-й, да, этаже площадка. Все требования, они все многоэтажным домам, исключений ничто не составляет. Если есть требования, что на лестничных клетках, это вот на путях эвакуации получается, лестничные клетки же относятся к путям, если, например, загорится на девятом, на восьмом этаже, люди же будут спускаться. Та же лестница, у нас не допускается устройство кладовок на лестничных клетках. Также загромождение, хранение, где мусоропровод. Он сейчас как бы говорит, что там пожара не может быть. Ну, это же к случаю идет. Может любой поджечь эту дверь деревянную, например. Та же, которая на лестничной клетке, которую они сделали. Железные ставят все-таки, я смотрю. Ну, я на пример говорю. Пример. Ну, да, или туда что-то закинуть. Да. Поэтому, если его как-то не устроили наши при проведении проверки, в течение 3 дней после получения акта, например, они могут написать возражение или что разъяснение, которое мы должны им дать. Потому что, когда мы сейчас 10-этажные дома, они относятся к объектам высокой степени риска и подвергаются проверке ежегодно. Поэтому вот, когда вы до эфира у меня спросили, 10-этажные дома, да, мы проверяем сейчас, так как они высокой степени. Мы сейчас им предъявляем те требования, которые должны быть устранимы. Во-первых, для того наши сотрудники предъявляют требования не для того, чтобы для сохранения каких-то имущественных благ, а в первую очередь у нас стоит жизнь людей. Как я вам до этого говорил, в многоэтажных домах тушить пожары очень тяжело. А у соответственно этаж дорога?
На последнем. Нету такого, что на последнем или на первом. Угу. Есть только требование запрещения кладовок на многодетных. Да. Угу. Если еще ему есть вопрос, пусть мы можем дать письменное объяснение, ссылаясь на все пункты, которые утверждены. Угу. Угу. Еще звонок у нас есть. Доброе утро. Нет, к сожалению, нет. Ну, угу. Я как и говорил, ну вот можете позвонить или... Пусть да. кто-нибудь сходит, представитель КСК, вам в письменном виде это дадут. Я тоже понимаю, что где-то может быть и перегиб какой-то, но вот получается, сейчас мы как бы, если требования... там не заметим эту кладовку, другие потом, у нас же много КСК сейчас по городу появляется. А вот помните, раньше были в подвальных помещениях кладовые, еще и деревянные они были. Сейчас это тоже запрещено. В подвальных помещениях, да. Если вот кондоминиум сейчас, если КСК именно относится, ну сейчас уже видите, в многих подвалах сейчас в основном магазины, да. Салоны красоты, которые уже в частную собственность. Или там дорогостоящий счетчик отопительный, да. Куда вообще никого больше не пускают. А мысал, если кверты калдыра колтап, соным кальтын, мысал, КСК на бирк петлевомике. Именно в подвале? Нет. То есть хоть ты все железом оббей, все равно запрещено, да? Запрещено, так и написано, запрещается устройство кладовых, которые на путях эвакуации, в действии мусоропроводы. Угу. Поэтому... Ну да, там можно людей скапливать, в принципе. Конечно, от этого, если там что-то загорится, дым пойдет, в основном же в многоэтажках дым снизу вверх идет. Да. И подвергаться будет опасности уже жильцы верхних этажей, они не смогут эвакуироваться. Сонда сол мәселе орын алғанда, онда неге рұқсат берді? Почему рұқсат? КСК-лар басында енді бәріміз орнатамыз дегенде ешкім ештеңе деген жоқ. Они самовольно все сейчас это устроили, все эти кладовки. Когда вот мы проверяли, как он нам только что газетага сказал, до 2 марта дали предписание, чтобы устранить эту кладовку. После 2 марта наши сотрудники пойдут внепланово проверять. Это называется внеплановая проверка по устранению нарушений по предписаниям. Если, например, эта кладовая не будет устранена, наше действие будет составление протокола уже по части 3 статьи 462 неустранение ранее выданных предписаний. И мы дело отправляем в суд. Там уже суд будет решать. Потому что мы со своей стороны, как законов основания, да, сделать, мы да, делаем, а там уже суд решает. Есть у нас зазвонившийся телезритель. Доброе утро. Кайрла Танк. Извините, еще я. Она стоит же не на площадке. Вы сказали, на лестничной. Кладовка на площадке стоит. Давайте уберем, демонтируем. Что это даст для эвакуации или для противопожарной? Что она даст? Газета, когда даст. Наши инспектора были у вас, они должны были все разъяснить вам. Мы не видели их. Как они не видели? Просто... Они же акт вам дали. Ну, имеется в виду КСК, да. Нет, это они просто в прошлом году КСК пришли, штраф наложили, мы их не видели. Ну, жильцы не видели, вы имеете в виду, да? Никто из жителей вот не видел пожарников. Все понятно. Я с ними разговаривал, говорю, что вам сказали, как, что? Никто не видел. Видите, в чем дело? Вам нужно вот обратиться, чтобы вам дали. Давайте тогда вот вы разъяснение. Напишите заявление, проведем сход у вас. Всех жителей соберем вашего дома и разъясним все требования. Гормаслихат, потом после гормаслихата напишем парламент. Нам тоже, знаете, мы пенсионеры, надо и до этого ходить. И вот мы проверяем же не пенсионеров, а КСК. Пусть парламент назначает комиссию, напишет. Да. Ничего такого страшного нет. Мы люди, все живые люди. Мы качество жизни улучшили. Это не мы делали, это мы купили готовое это. Люди для себя улучшили качество жизни. Противопожарного там ничего нет. Мы откроем сейчас, наоборот, будет пожарный. Пусть тогда будут сидеть тут пожарники и участковые. Тут будут лазить, знаете, наркоманы. Все, кто надо, все будут лазить. Открыто там. Все а понятно, если завтра вот другой житель также устроит на своей площадке эту кладовку и будет хранить, например, горючие вещества, те же, сейчас не секрет, что многие многоэтажки пользуются газовыми баллонами, будет хранить. Это же опасность для всех будет подвергаться. И исключения не может быть у нас. Там электропроводов нет. Сейчас вы сами знаете, спичками никто не пользуется. На фонарик, на телефонах у всех фонарики. Тем более ночью я разговаривал. Вы ночью ходите, а что там делать ночью? Вот в чем дело. Все понятно. Спасибо большое. Это да, это вопрос такой, не для утренней, мне кажется, программы, очень спорный. Может быть, как-нибудь мы найдем решение все-таки. Я переговорю с нашим шеф-редактором. Мне кажется, отдельную программу надо вообще снять. Вот по поводу работы
инспекторов пожарных? То есть, давайте. Какие препоны возникают, какие спорные ситуации возникают, чтобы выслушать обе стороны и, может быть, прийти к какому-то консенсусу? Я думаю, для профилактической работы будет очень интересно. Кстати говоря, а какие мероприятия проводятся вот по снижению количества пожаров? Ну, мы вот ежегодно, у нас профилактические мероприятия проводятся постоянно. Например, каждую субботу мы проводим субботники, рейды в жилом секторе. Наверное, многие уже горожане слышали, когда мы для привлечения населения, внимания, мы даже на оперативной машине по громкоговорящей связи мы ездим по главным улицам и говорим об основных требованиях пожарной безопасности. Также проводятся подворовые обходы. Стараемся обходить весь жилой сектор с вручением корешков предложений, где написаны все требования пожарной безопасности. Но хотелось бы отметить, что мы, проводя вот профилактические мероприятия, как видно из статистики, количество пожаров, конечно, не уменьшается. А хотелось бы сказать, что это все зависит от самих жителей. Как я вначале сказала, никто не придет, ни, например, не отремонтирует неисправную печь, не отремонтирует неисправную электропроводку, если каждый житель сам не обратит своей безопасности и не задумается. Вот, кстати, мы когда говорили, три причины назвали. Это вот печи, это электропроводка и человеческий фактор, да? Там утюг забыли, плиту забыли выключить, где-то окурок, да? Вот сколько процентов из этого всего человеческий фактор играет? То есть сократился он или наоборот стал больше? Нет, ну смотрите, в основном бытовые пожары зависят от человеческого фактора. Природное явление у нас не бывает. Когда лесные пожары. В основном все это идет человеческий фактор или пренебрежение требованиям пожарной безопасности, или незнание. Хабарласкан көрермен бар, тыңдап көрейік. Доброе утро. Қайырлы таң. Евгений. Гүлназ. Қайырлы таң. Доброе утро. Мына қыздарға сұрағым бар жан. Амасыңдар ма жандерің? Жұмыстарың ілгері басын айналайын. Менің бір сұрағым, міне Құдай бұйырса жаз келе жатыр. Енді мына дворниктер дейміз ғой, аула сыпырғыштар. Жапырақтар салып түсіп жатады, өртейді ғой әлгіден. Мен өзім көзі отта тұрам. Өртінгіні қала деген көк түтінгі оранып дем ала алмаймыз. КСК-ға да бардым бір жылдары. Қазір мен денсаулығыммен КСК-ға бара алмаймын да. Соны қалай решать етіп білмеймін мен. Жапырақ жағып. Заң бойынша жапырақты жағуға болмайды ғой. Көк түтіні қыста өзі от жағамыз. Түтін жаз шықса жапырақтың түтінін иіскейміз. Дем ала алмай қаламыз жаным. Соны айтсаңдар. Жақсы, жақсы, рахмет. Спасибо. Жақсы, рахмет. Енді сенбіліктер кезінде дейді. Қандай ережелерді сақтау керек? Негізі заң талаптарына сай енді ол жиналған жаңағы қоқыстарды тұрғын үйлерден және шаруашылық енді тұрғындардан салынған құрылыстардан 50 метр қашықтықта жинап жаңағы жапырақ үйінділерін үйден 50 метр қашықтықта ғана жол беріледі. Жағу керек немесе? Немесе аула ішінде көму керек. Да, немесе сыртқа шығаруға. И то запрещается ветреную погоду. Да, және жел ауа райының несіне қарай ондай кезде жақпау керек. Раньше в старину, когда дома были деревянные, строили брандмауры, да, или фаерволы, как их называли, стены, которые ограждали, чтобы огонь не перекинулся туда. Сейчас такой необходимости, наверное, нет, да, в них? Ну, сейчас вы же сами видите весь город. Каменный практически, да? Нигде не соблюдается наши требования. Даже если взять, например, по проездам, если вот взять дачные массивы, наши машины, например, не могут проехать узкие дороги. И даже многоэтажным домам вот многие жильцы шлагбаумы поставят или во дворах ставят машины. А когда наши машины, у нас боевые большие машины, они не могут проехать к дворам. И поэтому начинается потом только сетовать, что вот пожарные поздно приехали. Пока, извините, шлагбаум откроют или уберут те же машины. Был случай прямо на моей памяти. Когда-то было кафе у нас, вот, где раньше была библиотека между двумя пятиэтажками, по Баужанам и Мушулу, сейчас там, по-моему, аптека. И там во дворе была шашлычная. По-моему, газовый баллон, они что-то жарили. И там весь двор был заставлен машинами, а мы пацанами гуляли вечером, и горит эта будка. Приезжают две пожарные машины, одна вот КамАЗ большой и маленькая какая-то, как раз только-только новые пошли машины. Маленькая Юрка проехала между
ребята выскочили, начали уже багром там срывать крышу, кто-то вытаскивал этот баллон. Большая машина не смогла въехать даже туда. Вот он вышел водитель, говорит, ребят, попробуем, может, толкнуть какую-нибудь машину, может, не на скорости сдвинуть. Проехать не могу, тушить. У него основной, там только команда сидела, у него основное было и вода, то есть все. И в итоге он так и не смог въехать туда и развернулся в итоге, когда все закончилось. Все говорит о том, о чем, о том, что каждый житель не думает о своей безопасности. Вот, кстати говоря, думать. А административная ответственность какая-то есть за нарушение требований? Да. Согласно статье 410 Кодекса Республики Казахстан об административной части 1, за нарушение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности влечет штраф на физических лиц 5 МРП или предупреждение, на должностных лиц или малый бизнес 15 МРП, на средний 25 МРП и на крупный 50 МРП. Ну а какая-то градация есть там, что там маленькое нарушение, крупное нарушение? Просто предписание нарушил, все? Тек қайталанған, бір жыл өтпей қайталанған жағдайда, не айыппұлдың көлемінде одан жоғары. Ну я так понял, штраф не сразу выписывают, сначала предписание какое-то, да, уберите, а потом штрафуют. Почему? Смотрите, у нас есть, согласно предпринимательского кодекса, у нас проверки делятся на проверки, проводимые по особому порядку и не внеплановые. По особому порядку это подвергаются все объекты высокой степени риска. При проведении по особому проверке мы объект за 30 дней уведомляем. Не менее чем за 30 дней уведомляем, что будет проверка проводимая, да? Да, проводимая по особому порядку. За эти 30 дней они как бы должны уже подготовиться. Сейчас интернет, везде есть все требования, можно уже. Или позвонить к нам, например, да, знать, какие требования. Но если мы приходим и открываем проверку, и видим, что есть нарушение, составляется акт по результатам проверки. И сразу составляется протокол по части 1, статьи 410. Да, это по... Да, по первой части 410. Вот как моя коллега сказала, если в течение года, например, нарушается это, если есть факты нарушения, это уже другая статья, по части 2 будет. Сумма другая, да, соответственно. И по завершению проверки мы даем предписание. Вот как Газиза говорит, до 2 марта мы даем предписание об устранении нарушений. На 3 месяца. Да, не менее чем либо... за 3. Создать что-то, да, то есть пожарный щит там какой-то, да, противопожарный, либо там, что-то убрать, что лишнее. После сроков, которые указаны в предписании, мы открываем уже внеплановую проверку. И это смотрим... в любой момент можете прийти проверить? Нет, да, не в любой момент. Если мы, например, до 1 марта дали устранить, мы только имеем право со 2 марта открыть проверку. Прийти посмотреть, да? По истечению срока. Устранили или не устранили? Если не устранили, то... Тогда я вам, как ранее говорила, по части 3 статьи 462 мы составляем протокол. И уже в суд. И уже в суд. Все понятно. Спасибо вам огромное. Я думаю, для населения... Видите, спорные вопросы есть, которые решаться будут явно не в этих стенах, конечно же, а постараемся все-таки как-то проследить за этим, будет интересно разобраться. И очень много информации полезной для жителей города, что ответственность все-таки лежит на самих жителях. Конечно. Быть внимательными и все-таки следить за проводкой, за тем, чем ты растапливаешь, как ты растапливаешь, и выполнять требования пожарной безопасности. Спасибо вам большое. Кобрахмет. До свидания.